синий пират, нажимали ки ребенок. Встречи с этим дедом рад. Что за радость деда встретить, отличаться с ним народ. Он подарки дарит детям, он им дарит. Новый год! Новый год? Новый год! Это праздник такой, Дед Мороз дарит всем подарки, дарит даром, понимаешь? Пока нет, но я стараюсь. Там вдвоем первенки сгорают на макушке, и Снегурочка бьет Дед Мороз. Там гремят пистолет, а веселые хлопушки, понимаешь? Нет. Там веселье. Там радость всегда. Там смеются, поют и танцуют ребята. Да. Но еще никогда, никогда не бывали на празднике этом пираты. Еще никогда пираты по-человечески не встретили народ. А как его встречать надо? Так, так. Весело! Хорошая мысль. Ха!
шарики нашей ёлочки. Нет, я тебе уже принесла 78 шариков. Где были самые красивые. Вот помощь. Сколько? Запомни, тот шарик, который ты именно сейчас вешаешь на ёлочку. И есть самый красивый. Так просто? А я старалась, выбирала. Вот шарик, деточка. Самый красивый. И этот. Великолепный. А этот? Расчудесный. Великолепный ботиночек. А вот еще? Восхитительная тряпочка. Дедушка, еще один. Превосходная консервная банка. Отличный старенький пакет. И ведерочка. Посмотри, какая у нас красивая елка. Дедушка, я же тебе мусор подавал. Ты его на елку вешал и радовался. Да? Да. А я увлекся, что когда наряжаешь новогоднюю елку, все вокруг кажется красивее. И елочка, и веничек. А мне вот так не кажется. Мы с тобой уже украсили весь лес, поставили тысячи зайчишек. Ребятишек, и все без выходных. Да, без выходных. А это неправильно. Я, между прочим, тоже еще ребенок. Имею право на отдых. До Нового года еще далеко. А сил уже совсем не осталось. Девушка, ну давай съездим куда-нибудь на выходные отсюда. Мучка, как же можно? Можно, а то я расстроюсь. Ну хорошо. Хорошо, на выходные поедем отдыхать. В Гренландию. Куда? В Гренландии остров такой есть. Там такой минус 45 летом. Дедушка, а по южнее у тебя ничего нет? Есть Антарктида, самый южный полюс. Да ты не понимаешь, дедушка. Мне не нужен тот юг, где холодно. Я хочу на туда, где тепло, где тропики, лианы, теплое море. Нет, нет. Лучше бассейн, это натуральный, Сережки только экзотические. Внучка, там же жар, ты же растаешь. Ничего, у меня на этот случай крем есть. И как жар, ты собираешься туда попасть? Просто надо только позвонить в любое туристическое агентство. Алло, вы собрались так позвонить, а мы угадали ваш шлагер. Ух ты, алло, алло, это Снегурочка из сказочного леса говорит. Нам нужно куда-нибудь на выходные в жаркие страны. Все только для вас и только у нас. К вам уже вылетел агент. Агент? Какой агент? Здрасте. Здрасте. С наступающим. Как вы сказали вас зовут? Попугай Казимир. Извините. Да, попугай Казимир. Агентство пустим по ветру. Или по миру. Лучшее путешествие в любые страны на любое время. Из наилучшего. Поверьте мне, не так. Вы хотели туда? И вот он. Доброе море. Там, чтобы тропики, ауры. Нет, лучше бы сели. Сухи набрали. Зверушки чисто. Экзотично. Верно? А как это работает? Профессиональная тайна. На самом деле, я просто послушал. Ну и что вы можете нам предложить? Только недорого. Вы останетесь довольны. Лучший отдых на далеком Мадагаскаре. Где? На Мадагаскаре. Ну это и далеко, и жарко, и
Прекрасно! Ой, дедушка, я хочу тогда! Реактивный самолет и реактивный шлепец. Я сейчас! Я только подготовлюсь! Прошечка, ручка куда? Иди! Куда вы меня толкаете? Ну что вы, пройдемте на посадку! Да никуда мы не поедем! Как это? Да вы! Осталось 5 минут! Пройдем! Пройдем! Нет, я прошу! У нас вот скоро на носу! У нас еще куча дел! Знаете что, девушка? Подождем вас ваша куча! Пройдемте на посадку! Скоро сюда! Нет, нет, нет! Пойдемте! Никуда! Нет! Девушка, пойдем! Нет! Что это вы делаете? Зачем вы раздеваетесь? Я иду купаться. Профи. У нас тут тоже, между прочим, отличные пляжи. Прекрасный отдых. И, между прочим, не хуже, чем у вас. Понятно? Ух! Я готова. Я тебя буду. Вот именно дедушка. Я как твой дедушка против. Извините, нам это не подходит. Берешь за счет фирмы? Нет. Проживание пропитание за счет фирмы? Нет. Развлечение за счет фирмы? Да. Нет. Дедушка, я, между прочим, уже большая, интересная девушка. Фигурочка Морозова новогодняя? Да-да. Пройдемте на посадку, скоро примем. Фигурочка, вернись. Thank you.
достали другую из футляра. Да, точно. О, теперь вижу. Так, птица и Снегурочка. А, кого-то не хватает. Чьи-то Маруса? Так, Yeah.
Thank you.
tequila, hola, tequila, hola, tequila, baby, papá.
Thank you.
Да. Да, это звучит круто. Да. И мы кого попало в команду не берем. Возьмите меня, пожалуйста, возьмите, возьмите. Так давно мечтала вы собираться. А я вам потом все расскажу про Новый год. Нам очень тяжки рассказывать. Песни петь, караваны ходить. Хочешь стать пиратом? Докажи, что достойно. Пройди испытание. Трудное? Практически непроходимое. А после мы решим взять тебя в команду. Или... навсегда останешься у нас, Снегурочка. И каждое выходное будет проводить нам Новый год, пока родственники тебя не выгубят. Вы? Какой? Подарки. Все подарки, которые дети заказали себе на Новый год. О, это все серьезно. Ну, что скажешь, ты не хотелось быть пираткой? Я готова пройти испытание. Ха-ха, карамба, посмотрим анкету. Прописка – это не важно, родственники за границей не важны, прыжки с парашютом. Вот! На каких морях успела побывать? На всех. Так и запишем, потом проверим. Ну а теперь само испытание. Для начала вопросик по арифметике. Сколько мать на трехмачтовом судне? Три. А на двухмачтовом? Две. А на одномачтовом? Одна. Быстро считаем. Прямо калькулятор какой. Так и запишем. Математические способности выше среднего. Переходим к стрельбе.